летний свадебный день, были ли у кого-то очень важные дела? Поднимите руку, кто сегодня эти важные дела взял и отбросил. Можете встать, хорошо, давайте мы на вас посмотрим. Встаньте, пожалуйста. Итак, друзья, вот эти люди, у них сегодня были очень важные дела, значит, и люди важные. Но они все эти важные дела отбросили, разве? Значит, молодоженам, вам браво. В нашем зале присутствуют ли такие гости, которых сегодня нельзя трогать? Ну, то есть не вызывать на конкурсы. Ну, вот вы просто пришли отдохнуть, посидеть, посмотреть, покушать и выпить. А дергать вас сегодня нельзя. Есть такие? Покажите. Вы... Да, вставай, вставай. Еще где есть? Встаньте, пожалуйста. Ничего страшного. Мы не будем вас сегодня дергать, я вам обещаю. До вас, ну встань, встань, пожалуйста. До вас еще и косичек нет, чтобы вас дергает. Я прошу вас один раз и больше не буду просить. Поднимите правую руку. Вы правую ручку поднимите. А теперь помашите нашей Настеньке, пожалуйста. Если сегодня вы не будете принимать активное участие на нашей свадьбе, то мы вас отправим.